Одна из ваших работ называется «Перезагрузка снов». Что это? Что такое перезагрузка снов? Скорее всего, работа была, идея работы была навеяна каким-то смешением каких-то художественных поисков, навеянных там какими-то снами. Работа написана в период, когда у меня родился третий ребенок. Наверное, мне снились какие-то очень интересные сны. Сейчас я уже с трудом, наверное, войду в такое же состояние, чтобы вспомнить, что именно меня подтолкнуло. Но раз название связано с перезагрузкой, наверное, я почувствовал какой-то момент обновления. А как современный человек может перезагрузиться в таких бешеных ритмах, в которых мы живем? Остановка, пауза – это и есть перезагрузка. Современный человек живет, как вы говорите, в таком ритме, когда, наверное, некогда оглядеться по сторонам, когда не хватает времени внимательно взглянуть своему собеседнику в глаза, поговорить напрямую, а не через, виртуальную сеть. Наверное, нужна пауза. Она заставляет человека вздохнуть, отдышаться, оглядеться по сторонам, понять, что физический мир, реальный мир, вот он такой. В этом, наверное, есть красота. Человек может увидеть эту красоту. Если говорим о перезагрузке, об обновлении, то я вот за такую перезагрузку.